Всем привет! Появилась новая программа для украинцев «Как попасть в США». В этом видео я расскажу, что для этого нужно и как подавать документы. Я изучила вопрос и готова поделиться с вами информацией. Украинцы, находившиеся в Украине непосредственно перед вторжением России до 11 февраля 2022 года. У украинца должен быть действующий загранпаспорт. Если вы не являетесь гражданином Украины, вы должны быть ближайшим родственником гражданина Украины, получающего пособие Uniting for Ukraine, с действующим паспортом. Дети в возрасте до 18 лет должны ехать в США под присмотром и опекунством одного из своих родителей или законного опекуна. И также, чтобы воспользоваться этой программой, нужно иметь спонсора в Америке. Итак, первый шаг, который делает спонсор. Спонсором может выступить любой человек, который легально находится в США. Чтобы стать спонсором, нужно подать форму I-134 в американскую миграционную службу USCIS. Саму форму и инструкцию вы найдете по ссылке в описании. Для чего нужен спонсор? Это делается для того, чтобы человек, заезжающий в Америку, не требовал от государства никаких бенефитов и не садился ни на какие социальные программы. То есть спонсор обязан платить за все, за проживание этого человека, за медицину, за перелет и так далее. Спонсор подписывается по тем, что если приезжающий родственник будет нуждаться в финансовой помощи, то этот спонсор обязан спонсировать этого человека. Годовой доход спонсора должен составлять 22 тысячи долларов. Это на одного человека. Если приезжает семья из 4 человек, умножаем на 4, то есть 88 тысяч долларов. Это должен быть годовой доход у спонсора, чтобы привести семью из 4 человек. После того, как спонсор утвержден, спонсируемый беженец получит по электронной почте письмо, где будут сказаны дальнейшие инструкции, как поступать, что делать и как создать свой личный кабинет на сайте USCIS. Спонсируемый должен предъявить наличие таких прививок, как корь, полиомиелит и COVID-19. Если у вас нет этих прививок, вам нужно поставить хотя бы первую серию этих прививок, чтобы вам дали разрешение на въезд. После всего этого вы получите разрешение на право въезд в США. Это тоже будет на сайте USCIS, в вашем личном аккаунте видно. И у вас будет 90 дней, чтобы ехать в Америку. При въезде в США вы пройдете стандартный процесс получения пароля. Вас спросят об обстоятельствах, приведших вас в Америку, о вашем спонсоре, о наличии судимости, арестов, спросят вашу справку о вакцинации. При отсутствии негативных триггеров вам дадут гуманитарный пароль на 2 года. То есть 2 года вы можете находиться в этой программе в Америке. Когда уже будете в Америку, сразу подавайте на разрешение на работу. Подача стоит около 400 долларов. Я подавала в августе и получила разрешение на работу в апреле. То есть прошло где-то 8 месяцев. Вот, столько долго я ждала. Не знаю, как сейчас. Возможно, для беженцев этот процесс ускорится. Спасибо, что посмотрели это видео. Тем, кто собирается приехать в Америку по этой программе, желаю удачи и все у вас обязательно получится.